Здравствуйте, меня зовут Эжа Муратна, я врач-ортодонт с 25-летним стажем. Вот мне задают вопрос, на что обратить внимание, да, во время ортодонтического лечения. Основное, что мы требуем от пациента, это хорошую гигиену, хороший уход за брекет-системой, за полостью рта. Потому что у нас во время лечения ухудшается самоочищение, застревает все на брекет-системе. Поэтому мы требуем от пациента после каждого приема пищи очищать или сполоснуть нужно будет полость рта. Гигиена полости рта очень важна. Вот для ортодонтических пациентов эта щетка очень удобна тем, что она компактная, головка очень такая небольшая, проникает в труднодоступные места. Хорошо прочищает промежутки, щетинки у него такие заостренные конические, что дает хорошее очищение промежутков межконтактных пространств, вот, и не травмирует десну. Мы рекомендуем пациентам чистить два раза тщательно, это утром и вечером, довольно длительное время, щеточкой, ёршиками, зубными флосами, ирригаторами. А в остальное время, когда перекусил, почистил, мы рекомендуем просто щеточкой пройтись водой или просто полоснуть. Да, я этой щеточкой довольна, потому что я вижу хорошую очищаемость, не травмирую десну, это очень важно при ортодонтическом лечении. Вот. И отзывы моих пациентов очень хорошие, потому что пациенты, кто берет, еще возвращается за этой щеточкой. Они отмечают, мы потому что пользуемся большим, широким спектром этих щеток. У нас и Рокс, у нас и Курокрокс, у нас и разные вариации корейских щеточек. Поэтому мы решили и остановились на щеточке ВАК. Я недавно для себя открыла, потому что я считаю, что эта щетка очень хороша еще не только для ортодонтических пациентов, но и те, которые имеют импланты. Полости рта очень хорошо прочищает, и вокруг импланта проникаемость хорошая очень. Я считаю, что много щетинок это не дает хорошие показатели очистки. И самое главное еще то, что можно не использовать монопучки, монощетки для того, чтобы прочищать дальние зубы, потому что она очень удобна, она очищает все поверхности практически. Я рекомендую для своих пациентов и сама пользуюсь этой щеточкой. Жанна Муратовна, я вас благодарю. Огромное вам спасибо за то, что вы выделили свое драгоценное время, ваш такой плотный очень график. Благодарю за отзыв ваш. Я вам желаю благодарных пациентов. Спасибо. И да, и чтобы ваши пациенты всегда улыбались ровными, блестящими, красивыми зубами. Спасибо большое. Потому что самая большая награда для нас, как для врачей-стоматологов, это улыбающиеся наши пациенты. Да, это очень важно. Здоровыми улыбками. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам.